Крупное дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано на трассе Аксукен-Шымкент. Видео по сети WhatsApp к нам прислал один из зрителей передачи. Авария произошла в минувший четверг в непогоду. Дождь, возможно, стал одной из причин катастрофы. Посреди трассы столкнулись ВАЗ-21014 и Opel Vectra. Автомашины двигались во встречных направлениях, и, судя по характеру удара и количеству карет скорой помощи, в ДТП пострадали люди. Более точной информации автор материала не передал. Еще один материал по сети WhatsApp нам поступил накануне. Очевидцы сообщают о крупной аварии на трассе Аксукент-Акбулак. На этом участке автодороги столкнулись ВАЗ-2106 и Volkswagen Passat. В результате аварии пострадали люди. Им первую помощь оказали свидетели происшествия. Сейчас подробности этого ДТП выясняют дознаватели административной полиции. Еще одно ДТП с участием трех автомашин было зарегистрировано уже в Шымкенте. На углу улиц Шамши-Халдаякова и Хамзы столкнулись грузовая «Газель», «Хонда» и ВАЗ-2199 «Самара». Как рассказал водитель «Самара», авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения со стороны водителя японской автомашины. «Газель» ехала по главной дороге улицы Шамши-Халдаякова, а с улицы Хамзы на скорости второстепенной дороги вылетела «Хонда». Водитель ее даже не пытался тормозить. Она врезалась в «Газель». «Газель» после этого ударила мою машину и съехала в арык. Медицинскую помощь пострадавшим оказали врачи 53-й бригады станции скорой помощи, проезжавшие мимо места ДТП. Мы оказали медицинскую помощь одному из пострадавших, но от госпитализации он отказался. В результате ДТП все автомашины понесли материальный ущерб. Степень вины водителей, чья страховая компания возместит урон, сейчас выясняют дознаватели Департамента внутренних дел.